А теперь давайте переместимся в Крым. Там проходит форум Таврида и делегации из нашей республики среди участников. Я попрошу режиссера вывести кадры на большой экран, который мы оттуда получили. На этой неделе на Тавриде проходил образовательный заезд «Вкусный джаз». Там студенты Владикавказского торгово-экономического техникума провели мастер-класс по выпечке остинских пирогов. Наша площадка привлекла внимание министра иностранных дел Сергея Лаврова. Национальное блюдо пришлось ему по вкусу. Площадка объединила поваров и рестораторов из 26 регионов России. Ребята обмениваются опытом и знакомятся с кухней народов страны.